Друзья, всем привет! Рада, что заглянули на мой канал. Сегодня готовим очень простое тыквенное печенье. Нам понадобится 100 грамм запеченной тыквы, 80 грамм просеянной муки, 55 грамм растительного масла без запаха, 30 грамм крупных овсяных хлопьев, 40 граммов сахара, щепотка корицы, пол столовой ложки меда и 1 чайная ложка разрыхлителя. К тыкве добавляем сахар, растительное масло и пробиваем блендером до однородности. Вы также можете использовать любое тыквенное пюре. Далее всыпаем крупную овсянку типа геркулес, та, которая долгой варки, и снова тщательно пробиваем погружным блендером до измельчения овсяных хлопьев. Выкладываем пол столовой ложки меда, всыпаем щепотку корицы, просеянную пшеничную муку и разрыхлитель. И силиконовой лопаточкой начинаем замешивать тесто. Если тесто слишком жидкое, можно добавить немного муки, но вот по консистенции оно должно быть примерно таким. Далее противень застилаем пергаментной бумагой и начинаем формировать печеньки. Размером 2-3 сантиметра, это примерно половина столовой ложки. Также дополнительно я смачиваю руки холодной водой, чтобы удобнее было работать с тестом. Из этого количества у меня получилось 16 печенек. Далее отправляем выпекаться, режим вверх-вниз, 180 градусов, примерно 15 минут. Спустя это время вы можете увидеть, как печеньки увеличились в объеме и немного подрумянились. Выкладываем их на сервировочное блюдо. Также дополнительно я немного их присыпала сахарной пудрой с корицей. Это печенье получается очень мягким и нежным, с ярким ароматом и вкусом тыквы и корицы. А какого оно красивого цвета! Обязательно готовьте и не забудь поставить лайк и подписаться.